Итак, всем доброй ночи. Мы начинаем четвертую миссию. И сразу начинаем почему-то со второй части, где нам предстоит пробиться через ряды нацистов и найти вход на секретную оружейную фабрику. А также спасти ученых, дезертировавших. Итак, этих мы завалили. Сейчас нам нужно завалить фаустников, чтобы наша захваченная пантера могла двигаться дальше. Аккуратненько. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Так, 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 так. Вот, мы уничтожили команду бронебойщиков. Сейчас он нам говорит, что нужно найти спасательную команду. Сейчас он нам завалит снайпера на колокольне, точнее разнесет всю колокольню. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Резкими темпами сейчас бежим спасать ученого. Ай-яй-яй-яй. Все, что ли? Сучка. Ой! Ай-я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 й, как нехорошо. Сразу. Вот так вот. Ну чё, я всех убил, чё тебе надо ещё? Может, не всех завалил? Сейчас проверим. Нет, не всех точно. Ты что, сучка? Вот-вот. Ученые там говорят спасибо вместе с Кругом Грисау. Итак, мы движемся дальше.
Вот так вот. Мы сопроводили пантеру в комплекс сов. Хули надо. Так, ну все. Ой-ой-ой-ой. А вот так я еще не делал. Мне еще не приходилось валить огнеметчиков из шмассера. Итак, товарищи, подходит к концу прохождение второй части четвертой миссии. Желаю вам всего хорошего. Подписывайтесь на мой канал. Будет еще очень много прохождений.